еще вот не видел. Сансан же здесь, Макагон? А можем посмотреть? Сан Саныч приветствует персонально. А просто мы с ним вот буквально два дня назад списались. Он говорит, что вот недавно общался с Мозговым, с моим инструктором. Вот. Еще много людей, с которыми я общался в разное время, и они между собой, и вот такой мир тесен. А эта песня следующая, она как раз про моего инструктора, про Владимира Васильевича Мозгового. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дает добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов, но да ладно, бог с ним, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит. Что это с ним творится? Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. Самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше и с меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я вот теперь и сам, не родной его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет, а меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой хрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый, шатаясь из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой.